Добрый день, коллеги. Я вас постараюсь сильно не утомить, тем более жесткий регламент есть, особенно после обеда. Два слова как бы про себя, потому что не все меня знают. В принципе, я 18 лет в энергетике отработал. Последние 10 лет, так же как вот и Русгидро, занимался внедрением техобслуживания и ремонта. Был обходчиком, планировщиком, инженером по ремонту и так далее. Работал здесь в исполнительном аппарате. В принципе, здесь вот не состоится доклад о ВК-4. Вот именно в ВК-4 я и был тем руководителем проекта, который внедрял проекты техобслуживания и ремонта Microsoft Accept. Также управление проектами, управление оценкой состояния оборудования и так далее. И вот в определенный момент, после того, как у нас уже 5 лет и больше работал электронный журнал дефектов, выдавались в электронном виде наряды, допуски на работы и так далее, встал вопрос, что даже имея больше 1000 пользователей в системе, на 5 филиалах, которые по всей стране размещены, оказалось, что модуль Тора работает буквально на 10%. При этом сметы заведены, справочники заведены, сводное планирование работает, со складами все нормально, с бухгалтерией. Просто не хватает статистических данных. И это болезнь не только энергетики, где я вот работал, да, но и вообще я слышал вчера, сегодня, это болезнь всех систем, которые внедряются, которые работают с персональными компьютерами, которые стоят в каких-то кабинетах и так далее. Это не бухгалтерский учет, поэтому специфика есть. И прекрасно понимаем, да, что есть такие проблемы, которые не решить без ввода информации непосредственно на оборудование. Поэтому в определенный момент я начал искать, еще когда работал в ВК-4, решения, тогда это были только западные решения, мобильное решение. Тогда еще планшетов не было, то есть были КПК, маленькие экраны, стилусы. Была проблема, но хотя бы такое решение найти. И когда я его все-таки нашел, их было тогда немного, сейчас побольше. И когда коммерческое предложение техническому директору принесли по мобильным решениям, оказалось, что стоимость внедрения равна годовой программе ремонта одного из наших филиалов. После этого технический директор сказал: больше не приходи, никого не приводи. Я говорю: тогда как вот вы считаете, сколько должно стоить мобильное решение, чтобы оно было адекватно, да? Потому что экономический эффект достаточно условный. Все, что цифры называются, это такие условные вещи, это личное отношение каждого из нас к какому-то процессу и так далее. Поэтому, когда одно рабочее место стоит больше 10 тысяч долларов, когда вы его умножаете на количество своего персонала мобильного, да, и получаются вот такие заоблачные цифры, то, наверное, и по моим ощущениям, по ощущениям моего технического директора, это должно стоить в 10 раз дешевле. То есть порядка 1000 долларов должен стоить полный комплект мобильного решения, причем не только планшет, но и я в презентации скажу, что еще. Коротко очень, совсем недавно, неделю назад, наше решение победило сразу в двух конкурсах Россетей. Причем для меня это оказалось неким удивлением, потому что, во-первых, конкурсы были серьезные, больше 370 проектов представлено. Во-вторых, они были специализированы для сетей, то есть там специализированные решения для электропереб, подстанции и так далее. И вот среди таких решений, достаточно специализированных, да, проработанных, побеждает мобильное решение. Это, наверное, о многом говорит, потому что специалисты, там были люди, кто принимал, да, в комиссии решения, именно производственники, именно из управлений по ремонтам, по управлению активами и так далее. Поэтому я здесь, мы никаких грантов не получили, но, по крайней мере, оценку мобильных решений, которую многие руководители занижают, я думаю, что мы пытаемся как бы показать, да, насколько это действительно людям, знающим, особенно как вот вы, да, управляющие активами, это полезно и правильно в этом направлении развиваться.
Ну, понятно, проблемы все эти были перечислены у предприятия, у сотрудников предприятия. Ну, это я уже сказал, что есть уровень системы АСУТП, есть человек, который заносит это все в бумагу, есть оператор. Я позавидовал казахам и другим людям, которые вот с прогресса, да, у нас выступали. Когда вы смогли убедить, что 10 человек или сколько-то человек должны забивать руками в систему, вы большие герои. Я вас поздравляю. К сожалению, 90% предприятий, руководителей, как только ты говоришь, что у тебя будет увлечение со штата какой-то системой, он говорит, лучше я систему такую вообще внедрять не буду, чем я буду штат расширять. Поэтому это точно не вариант, это абсолютно неправильно, и нужно информацию эту брать от тех людей, которые ее видят и должны вводить непосредственно на оборудование или в экскаваторе, или еще где-то. Ну а дальше это, естественно, все должно сводиться в ТОРа, ведь база данных должна быть единая и так далее. Поэтому, как нужно, я уже рассказал, не буду долго останавливаться. Вот эта картинка, как нужно. То есть мы, во-первых, интегрируемся с АСУТП, во-вторых, все журналы до одного, вообще ни одного не должно быть рукописного. Все переводятся вот на этот режим распечатывания, если это нужно, распечатывать, подпись ставить. Выводится это в систему мониторинга понятного. И когда уже ушло куда-то в Big Data, да, и вы там что-то пытаетесь в BI или в каких-то тоже дорогих западных системах отчетность получить. Это должен быть мониторинг, вот типа как нам показали с Казахстана ребята, да? То есть вот понятные любые отчеты в любую секунду по любым данным непосредственно из системы. Как только я начал этот вопрос задавать, сделайте мне это в Аксапте, или там кто-то говорит в IBM, максимум кто-то говорит в 1С, не дай бог, SAP еще, то все, это становятся такие большие глаза у консультантов, которые говорят, что это дорого вам будет, обойдется долго и невозможно практически, система не позволяет. И в итоге мы не имеем нормального мониторинга, который, в принципе, доступен любому человеку, руководителю в научном институте Росгидро и так далее. Поэтому это, конечно, неправильный подход, и нужно как-то, чтобы такого рода системы появлялись и дорабатывались. И дальше мы вот видим, что это все уходит техобслуживание и ремонт, накладываются на деньги наши все дефекты, отказы и прочее. И мы видим некий портал, на котором, в принципе, с любой точки мира, как говорили докладчики сегодня, вы видите любую информацию, анализируете ее и дальше уже контролируете, чтобы руководство этим пользовалось. Потому что оно не всегда хочет, даже если у них есть такие системы. Очень важный момент. Когда вы в кабинете решаете вопросы классификации оборудования или классификации дефектов, это одно, а когда человек на оборудовании находится, это совершенно другое. То есть главное, чтобы на этом планшете была очень быстрая идентификация объекта, возле которого вы находитесь. Это преимущество мобильного решения перед решением, которое стационарного компьютера в кабинете. Там надо выбирать, по-другому никак. Здесь подходишь. Вот она маркировочка, вот она RFID-метка, да, или там QR-код. Вот ты ее считываешь, и у тебя сразу же на планшете отображается, что же у тебя за объект, к которому ты подошел. Вот он считал, на экране открылся тот объект, где ты находишься, и абсолютно уже безошибочно ты можешь ввести данные. Нюанс по Росгидро был в том, что они, кроме RFID-метки, которую мы предложили им в качестве идентификации оборудования, они внедряют систему геопозиционирования внутри цеха. То есть это тот же GPS, только внутри цеха. Поэтому, в принципе, возможности идентификации сейчас очень широкие. Но это обязательное условие любого оборудования. В том числе, допустим, геопозиционирование у вас определяет координату турбины, вот как Рамазан сказал, но узлов у этой турбины очень много. Турбина располагается на нескольких отметках. Она делится там на основные хотя бы узлы, там очень много узлов. Поэтому если не продублировать систему такую, да, еще и вот этими метками, то вы, в принципе, никогда не добьетесь, чтобы человек очень быстро в три касания мог вести любую информацию. Это основная цель наша, которая есть.
Ну, на рынке присутствует, конечно же, много оборудования. Очень многие разработчики, в том числе вот ребята с 1С, я их очень уважаю, у них очень хороший модуль. Они, оказывается, наши конкуренты разрабатывают свое, но я думаю, что тоже не от хорошей жизни разрабатывают, потому что ничего подходящего и по цене, и по качеству нет. Поэтому, в принципе, мы предлагаем свое решение под ключ. Мы обеспечиваем всем и мешками, планшетом подходящим и по цене, и по ударопрочности и прочему. Вот это устройство, я позже скажу, и так далее. На рынке сейчас Motorola и Panasonic в основном, у которых стоимость планшета больше $2000. А в нашу концепцию $1000 на одно рабочее место это точно не укладывается. Я пытался с ними бороться, бесполезно. Поэтому мы взяли стандартный планшет Samsung за $500 и одели его за $100 в специальный кейс, защищенный, который, в принципе, мы после выступления пороняем и так далее. Его достаточно абсолютно для нормальных условий, обычной эксплуатации в производственных условиях. Ну, также есть, естественно, и бирометры, и виброметры. Это я плавно подхожу вот к этой коробочке замечательной своей. То есть идея в следующем. Куча приборов. Если даже все приборы взять и купить, и отдать этому обходчику, он пошлет тебя подальше, потому что вот я вот ему предлагаю два устройства, он говорит, это много. Давайте как-то, у меня еще там рогатка, куча ключей, куча всяких какого-то оборудования специального. Поэтому задача минимальными количеством устройств, да, обеспечить весь функционал, который вот присутствует на рынке. Мало того, цена этих устройств, знаете, пирометр более-менее нормальный, 5000. Виброметр экспресс, виброметр это ручка там или еще какой-то. Это там, сейчас уже есть совсем дешевые китайские, там, наверное, 10 тысяч стоит. Более-менее нормальный 20-25 тысяч виброметр, который будет хоть что-то показывать. И самое главное, что там RFID-сканер и так далее, другие какие-то приборы. Самое главное, что у них у всех собственное программное обеспечение. То есть вы подходите с камерой, вот ФСК взяли и купили камеры цифровые всем ремонтным бригадам, которые по ЛЭП ездят. Вы думаете, что ли они нормально умеют их обрабатывать? Они на целый день уезжают с этой камерой, фотографируют там какие-то дефекты, опоры и так далее. Потом приезжают и не могут разобрать в 1000 снимках, к какой опоре какой снимок относится и вообще, как это все в систему еще и загрузить у них с Аптора. Поэтому бесполезно без привязки к объекту вносить какие-то данные. Поэтому обязательно маркировка оборудования, обязательно некое программное обеспечение единое. То есть мы взяли все приборы вот в эту коробку, представленные, то есть RFID-сканер, пирометр, виброметр. И камера используется планшетом. И все ПО, оно вот здесь, в этом планшете. То есть, в принципе, никакого другого ПО нет. И поэтому, когда мы пришли в Росгидро и сказали, у нас мастер-система максимум, мы говорим, а какие проблемы-то? Вы нам даете справочники, мы синхронизируем их. Дальше задания из максимума поступают на наш сервер, передаются на планшет и в обратную сторону таким же путем. Абсолютно с любой системой. 1С, SAP, Maxima, пожалуйста, без проблем. Сейчас интеграция достаточно такая, не очень сложная вещь. А дальше, в принципе, беспроводная связь Bluetooth, то есть это удобно, То есть если в сам планшет какой-то датчик встроишь, то как ты планшетом будешь замерять вибрацию? Или там, неудобно это иногда, допустим, сканировать даже QR-коды камерой планшета. А это устройство, оно универсальное, оно в руке, в кармане помещается и так далее. И дальше вы замеряете любую температуру, вибрацию с помощью одного устройства. Но, как правильно коллеги сказали из прогресса, это не заменяет высокоточных приборов. Они должны быть в службе диагностики. Но этот тестер, который, в принципе, говорит, что-то не в порядке. А дальше уже поступает эта информация в журнал дефектов, в корпоративную систему, и там уже отрабатывают службы, которые должны мониторить состояние и быстренько бежать хорошим виброметром мерить эту вибрацию, чтобы понять, что там происходит с оборудованием, что с ним нужно делать. Состав я уже, в принципе, перечислил. Это устройство, любой практически планшет. Мы рекомендуем этот 8-дюймовый, потому что все-таки 10-11-дюймовые планшеты – это неудобно. Если вы видели у Уралхима ролики, как обходчик нежно несет этот планшет.
Конечно, у меня охотчики говорят, что мы лазим в такие места, что никак я не могу его сохранить, если на нем не будет какой-то защиты и так далее. Поэтому это тоже важный момент. Ну, также есть мобильная лицензия, да, и серверная лицензия. Ну, чтобы вы понимали, стоимость мобильного решения SAP, Cycle, где-то порядка 3-3,5 тысяч долларов за одну лицензию. У нас лицензия стоит порядка 300 долларов. Вот, поэтому, в принципе, на несколько даже порядков по программному обеспечению дешевле. Сразу скажу, перспективы развития. Естественно, мы этому устройству несколько месяцев. То есть, в принципе, изготавливаем сами. Когда будет тираж, конечно же, будем изготавливать где-нибудь в Китае, и тогда его стоимость еще меньше будет. То есть сейчас стоит для Русгидро 400 долларов. То есть 400 долларов вместо вот там 100, да, до 100 доходит тысяч, которые, в принципе, если аналогичные приборы с аналогичным, ну, точностью измерения даже суммируют. Ну и удобство, понятно, да. Дальше, в принципе, так как мы являемся партнером Samsung, мы вместе с ними разрабатываем систему управления голосом. Потому что Русгидро, допустим, еще одно требование выставило, которое мы, допустим, решаем таким способом, это когда человек на открытом воздухе при минус 30-40 должен что-то вводить или там идти по маршруту с планшетом. И у всех сразу вопрос, при каких температурах работают планшеты. Вот я вас уверяю, сколько я проверял эти Motorola и Panasonic, защищенные и вот за 2000 долларов, они абсолютно при той же температуре умирают, при какой и этот планшет. Там подогревом это тоже не отделаешься. Поэтому мы решаем совсем другим способом. Планшет удобный в карман или вот так вот, как он у меня висит, под телогреечкой, достал, в три касания любую информацию ввел, обратно за пазуху и пошел дальше. То есть мы не выводим на экран, как многие западные вендоры, приложения, то же самое, что и на персональном компьютере, только кнопки побольше. Здесь кнопок ровно столько, сколько нужно вот этому человеку в поле нажать. Вот сколько нужно, столько там есть. И мало того, они вот такие во весь экран, сейчас покажу. Но еще, чтобы лучше сделать, да, мы сейчас работаем над тем, чтобы управлять голосом. Он не достает вообще планшет. Он идет вот с этой коробочкой или по GPS-координатам. Она сама отмечает, где он был, и ставит по умолчанию, что все в порядке. И только если что-то не в порядке, он может достать и за три касания ввести любое отклонение, которое у него есть. Если это, ну, не касается ввода параметров. Вот чтобы вводить какие-то параметры и так далее, в принципе, абсолютно возможно, сейчас технические возможности абсолютно позволяют. Разговаривая, как у вас навигатор в машине разговаривает женским голосом, так же у нас будет разговаривать девушка, которая будет вам в ухо говорить: вы у такой-то опоры, посмотрите туда, туда, туда. Есть замечания? Есть. Какие? Такой-то дефект. Все. Она распознала, записала и дальше пошла. То есть это абсолютно реально, это никакой фантастики в этом нет. Естественно, ну, пирометр, он как бы, ну, в точке температуры мерят до 10 градусов, да? Ну, до 10 метров, до 10 градусов мерят температуру. Куда как есть там щиты управления, изоляторы, там, допустим, на опорах и другие объекты, где, в принципе, очень трудно точкой попасть в ту температуру, где она повышенная, да? Допустим, блок подшипников, проблем нет. А вот если электрощиток, да, где контакты греются, вот, для этого мы внедряем в эту же коробочку тепловизор. То есть все удивляются. Когда я с производителем говорю, можете в эту коробку тепловизор встроить, они говорят, нет, тепловизор стоит дорого, там большая оптика и так далее. В общем, 100 долларов, и вот в этой коробочке будет тепловизор. Через год я вам покажу. Потому что, понимаете, это то же самое, что и в программном обеспечении. Они закладывают какую-то сумасшедшую маржу на интеллектуальную собственность, также и на приборы. То есть все приборы, себестоимость имеют не больше 100 долларов. Тот же тепловизор, ну, может быть, оптика там хорошая, если то побольше чуть-чуть. А продают нам вот в 20-30 раз дороже. Поэтому мы вот этот нюанс, как бы, естественно, это не высокоточный тепловизор будет. Это вы подойдете из 10 метров, наведете и увидите вот это вот облако, да, которое где-то красное, где-то желтое, синее.
Мало того, она здесь вам, вот эти вот параметры критические для бака будут одни, потому что это в системе уже заведено, для насоса какого-то другие, для там задвижки или трубопровода третьи. Она вам сразу покажет, есть красная зона. Если есть красная зона, она сама вам запишет превышение температуры. Единственное, что можете прокомментировать дополнительно еще, уточнить, что вы видите, снять фотографию и так далее. Ну и другие датчики контроля абсолютно разные. Газоанализаторы, сейчас они вот такие вот маленькие и так далее. То есть техника, она до того уже шагнула вперед, а вот эти вот все заводы, в том числе приборостроения, они немного отстают, потому что они большие и вообще не понимают, зачем это надо. Ну вот будем как-то вопросы решать, хотя это очень непросто. Коробочка – это из Великобритании, то есть клавиатура – это из Питера. Внутренности два датчика вообще из Америки приехали, ну, потому что ну, какие-то высокоточные датчики, они только там находятся. Поэтому ну, можно решать. В общем, через год, я думаю, что вот это вот все, что здесь на слайде, это будет работать. Ну, понятно, я уже сказал, что, в принципе, может тут же передавать через GSM, ну, то есть координаты и данные какие-то, да? Также через Wi-Fi, как Уралхима, ну, понятно, да, то есть подходишь к точке Wi-Fi, все данные передаются от тебя в систему, от системы к тебе. Планшет, я уже сказал, самый обыкновенный, в принципе, сейчас уже появляются планшеты с большой батареей, это, в принципе, важно может быть, но вот этого планшета вполне хватает там, на 8-12 часов, конечно, не постоянной работы, там, круглосуточной работы, но вот у нас так принято в Росгидро. То есть один планшет и такое устройство в смене 12 часов отрабатывают, он ставит на зарядку, а тот, кто его смену принимает, у него еще одна пара таких устройств, уже заряженных стоит, и он с зарядкой опять ходит. И так бесконечно как бы подзаряжается. И, как бы. Ремешки на самом деле оказалось очень сложно. Тот же Samsung, выпустив защищенный планшет, к сожалению, не подумал о ремешках. Мы нашли ремешки, не поверите, тоже в Америке. Не поверите, сейчас у меня проблема их доставлять. Потому что их считают военным оборудованием. Как они так решили, я не знаю. Ну, очень удобное, очень качественное, в принципе, посмотрите все. Много всяких причиндалов, там на пояс можно повесить. Ну, как удобно человеку, так ему и должно быть удобно. Для разных рабочих мест по-разному. Ну, и вот этот вот кейс, который, в принципе, позволяет ударопрочность повысить. Ну, быстро-быстро пробегу по экранам. После выступления, да, там, на фуршете все вам покажу. Главное, чтобы, понимаете, большинство систем, которые сейчас предлагают западные, да, вендоры, они умеют все. Они могут все, в том числе ремонты отслеживать, еще что-то. Но когда начинаешь настраивать, там столько кнопок и столько всего неудобного, да, что в принципе уже не знаешь, зачем тебе столько функционала, тебе надо вот простые вещи решать. Поэтому вот коллеги из 1С, как бы, они это и сказали, что не надо там много этому бедному обходчику туда загонять. Естественно, там, если будет задача автоматизировать ремонты, там, приемку смет, актов выполненных работ, то там планшет побольше должен быть, да и там и инженер совсем не обходчик. Это разные вещи, поэтому надо это понимать. Ну, кроме того, что там ты можешь посмотреть любые дефекты из того электронного журнала дефекта, есть у тебя обходы, видите, три зеленых, значит, у тебя три на смену, он получает задание ровно на день, то, что ему нужно выполнить, и даже, вот я вас уверяю, когда все данные заведены, это может выполнить даже человек с не очень высоким уровнем там, подготовки, потому что там просто делай то, что тебе на экране показывают. Также есть доступ к справочнику оборудования, каким-то сообщениям, инструкции, там, вплоть до экзаменов, таким даже, чтобы можно было потренироваться, как на тренажере, по технике безопасности, крипте, допустим, и так далее. Это, в принципе, абсолютно нормально и понятно. Ну и выводится какая-то вот эта аналитика, которую я вам говорил, да, то есть все зависит от того, ну, какая важна для обходчика аналитика. Ну, допустим, здесь сейчас дефекты выводятся, да, ну то есть зеленым там закрытые, видимо, желтые, красные, такие, ну по разным статусам. Это, в принципе, тоже очень важный момент, то, что человеку постоянно нужно понимать, или его оценка работы, или оценка работы оборудования и так далее.
Вот заходим в инспекции, все просто. То есть слева у нас те маршруты или обходы, которые нужно сделать за рабочую смену. Здесь как плановые, так и внеплановые. Плановые — это там с периодичностью определенной. Справа — это единица оборудования, на которых нужно что-то выполнить. Вот еще одно новшество, которое появилось в Русгидро, у нас не было, внизу таймер. То есть нам в Русгидро сказали, там появился новый как бы заказчик эксплуатации, то есть эксплуатационщики. Они говорят, а нам важно, чтобы он там нажал старт и пошел в обход, и больше не доставал планшет. Потому что, в принципе, 80 случаев, что все в порядке на оборудовании, потому что он каждый день он ходит, мало того, по два раза за сутки, да, две смены. Хорошо, мы реализовали, то есть нажимаешь play, и дальше планшет не достаешь. Он идет по меткам или по вот этим координатам, да, геопозиционированию. И она сама ему отвечает, что все хорошо, все хорошо, все хорошо. Как только что-то нехорошо, либо достал, тут же ввел в три касания, либо пришел на рабочее место и ввел спокойно, не при минус 30. Ну, наверное, этих отклонений не будет так много, что ты там в голове их не запомнишь. Но всегда можно в том числе достать и вести данные непосредственно на оборудование. Вот это атипичное окно, о котором я рассказывал. В принципе, это один из способов ввода информации. Если у вас манометр или там термометр какой-то на оборудовании местное есть, да, не васуток, а именно местное управление, какой-то аналоговый прибор, то вы просто вводите данные, если это нужно. Просто нажимаете кнопку «Ввести» и с цифровой клавиатуры вводите. Она вам сразу же показывает, какие же данные у этого параметра, да, вот выход из створа, да, для сети это было, были за 5 последних замеров, или за 5 смен, если это раз в смену, или если несколько раз, то видите. И самое главное, что здесь три зоны: красная, желтая и зеленая. То есть вы видите тренд, что у вас вроде как еще критичного-то ничего нету, но видите, уже два резких какой-то всплеск, да, и пошел рост в зеленой зоне, уже в желтую ушел. Наверное, вот-вот уже к 400 подойдет. Так вот, если параметр в зеленой зоне, то дефект не формируется. Как только он выходит в желтую зону, автоматически нашим вот этим приложением формируется дефект с кодом дефекта, выход опоры из створа, превышение. Если в красную зону уйдет, естественно, то же самое, сформируется дефект, выход опоры из створа критично. То есть мы делим уже не хорошо-плохо, а третью зону вводим. Это в любой матрице риска, о которой в том числе и вчера, и сегодня говорилось, это все, естественно, понятно. Да? Дальше еще самый распространенный способ ввода – это визуальный контроль. Это то, что вообще ни одна система СУТП не может нам дать. Потому что нету таких датчиков, которые визуальный контроль, ну, кроме промышленного телевидения, где с той стороны должен быть человек. Поэтому тоже три простые кнопки, светофор. Не просто там все в порядке, а именно нет трещин и сколов, незначительные трещины. Причем это в инструкции, у них все прописано, это не отсекательно. И дальше сколы бетона с обнажением арматуры там свыше 25 мм. Ну, видимо, там, линейка они замеряют это дело и так далее. То есть он увидел, он нажимает всего одну кнопку. Зеленая, желтая или красная. Зеленая, значит, все в порядке, ничего не происходит. Желтая, красная, автоматически формируется дефект, выходит в журнал дефект. То есть все оборудование, как мы отдаем, оно работает. Настроенные планшеты, настроены, чтобы там не было игр, не было выходов в интернет, если там есть локальная какая-то сеть и так далее. То есть человек просто пользуется как рабочим, нормальным прибором для своей работы. Вот это вот основная как бы задача была. Спасибо.